из тех, с того времени, вот уже больше 10 лет, отношения очень сильно охладились. А вот эта винная война, вы связываете ее с этим? Вот чего на самом деле хотела Россия, когда запрещала поставки молдавского вина? Там всего, и получила ли она это? Всего вперемешку. И это повлияло не подписание этого документа, но и повлияло безобразное поведение наших производителей винодельской продукции. Ваша жена Таисия Михайловна украинка по национальности. Вот я знаю, что она занимается социальными проектами благотворительными. Вот сейчас в Украине война идет, есть беженцы, много людей, многим людям нужна помощь. Может быть, она какую-то помощь оказывает и своим землякам? Вот ее взгляд на события в Украине с вашим совпадает? Ну, я вообще никогда, и годы президентства никогда не вмешивалась и не включалась в какую-то политику. Она, да, занималась детьми. Она у нас дошкольный работник, 28 лет работал в дошкольных учреждениях, вот, и занимается больше детей. Вот она при помощи многих спонсоров, западных спонсоров, кстати, учредила так называемый детский городок. В детском городке они собрали всех детей, почти всех, давайте точнее, которые не имеют совсем родителей, абсолютно без родителей. И вот там организовали им прекрасные условия. Проблема Украины, естественно, и больна для всех. У нас в Молдове, наши соседи, самая большая диаспора после молдаван у нас в стране, украинская диаспора, от общего населения порядка 20%, 1/5, это серьезно в количественном отношении. Это очень активные люди, у нас в команде очень много и коммунистов, и депутатов парламента, очень много активных людей. Да, но переживаем мы действительно очень серьезно все это, что происходит в Украине. А как вы считаете, кто начал войну в Украине? Это по той же схеме, что произошли события у нас 7 апреля 2009 года, когда ни с того ни с сего появилась кучка, не кучка, а порядка 20 тысяч. И начали атаки на два самых важных здания государства, на президентуру и на парламент. Та же схема, тот же Киевский Майдан, репетиция была здесь в Кишиневе, только в отличие от Киева мы сдержались и не применили оружие, решили этот вопрос мирным путем. То есть противостояли этому. Да, и я был вынужден дать команду, чтобы уступили здание президентуры и парламента, как ни странно. Как ни странно, потому что многие, которые не... Знаете, очень легко судить на расстоянии, очень легко давать оценку со стороны, очень легко говорить такие, знаете, с пафосом что-то, я бы так, когда ты не был там, в центре, эпицентре этих событий, когда от твоего решения не зависит жизнь людей. Вот после Майдана как раз Молдова подписала ассоциацию с Евросоюзом. И вы в одном из интервью, тогда я процитирую, сказали: «Мы приняли решение встать на путь европейской модернизации страны, приведения в соответствие правового фундамента к общеевропейскому. Мы начали строить Европу у себя дома». Какой совет вы дали бы теперешним руководителям Молдовы в отношениях с Западом и какой совет вы бы дали в отношениях с Россией на фоне ситуации в Украине? Обратить внимание на слово «европейская модернизация», а не путать его с европейской интеграцией. Это совершенно разные вещи. Надо готовить страну. Страна должна быть постоянно модернизирована, осовременена. А вот в отношениях с Россией вы назвали Владимира Путина как человека, который представляет Россию, у вас хорошие отношения с ним. Как бы вы посоветовали вот нынешнему руководству Молдовы, как общаться с Владимиром Путиным? Общаться нормально. Какие секреты вот с вашего президентства? Да нет никаких секретов. Да, надо хотя бы оглядываться вокруг, что происходит. Главы государств из разных континентов стоят в очереди, чтобы приехать в Москву и побеседовать, и встретиться с Владимиром Путиным. А мы здесь сидим и умничаем. Тысячи людей сейчас, десятки тысяч людей молдаван работают в России. Помимо того, что закрыт весь экспорт молдавской продукции в России. Нет, ну это не политика, и это не государственный подход.
И эти люди напрасно не сели в эти руководящие кресла. Им надо немедленно отсюда уйти. По-доброму, по-хорошему, по совести, если она у них есть. Вы были два срока президентом Молдовы. Вот у вас есть коллеги, долгожители политические. Вот Александр Лукашенко, президент Беларуси, Нурсултан Назарбаев. Их много, президентов, которые больше 20 лет у власти. А у вас самого был соблазн побыть дольше президентом? Так не хотелось вам тоже попробовать, как они? Я за 8 лет подписал порядка 8 тысяч декретов. Всего промулгации различных законов, по различным разным решениям, освобождения, назначения и так далее. Только два из них были атакованы в Конституционном суде. Я не тронул ни одну точку, ни одну запятую в Конституции. Я подчинился Конституции. Два срока. И никаких идей, никаких желаний, ничего. Осталось чувство неисполненности тех планов, тех начинаний, что мы не успели довести в силу разных причин, больше объективных, а точнее материальных, денежных, довести до конца. Осталось такое чувство неудовлетворенности, что мы много не сделали. Но вы знаете, жизнь не заканчивается. Заканчиваешь одно, начинаешь другое. Это и есть продолжение. А что бы вы могли своим коллегам посоветовать? Как бы вы могли им сказать, почему хорошо быть бывшим президентом? А я не сказал, что хорошо быть бывшим президентом. Я не хорошо. Это нехорошо. Я не сказал, что нельзя. Ну что, почему не страшно быть бывшим? Я не сказал, что нехорошо быть бывшим президентом. И хорошего есть тоже. Почему не надо бояться уходить? Если о нас, о Молдове и о двух первых президентах, которые были до меня, Мир Часнегур и Петр Лученский, то у нас есть небольшая разница. Я был до президентства председателем партии, и во время президентства председателем партии, и сейчас я председатель партии. У меня хватает забот, дай Бог возможности, дай Бог здоровья, дай Бог все остальное, чтобы я справился с теми задачами, которые вытекают из этой моей высокой должности, которую мне коммунисты страны оказывают. Поэтому я не скучаю. Я не имею когда переживать, почему. Тем более я еще и депутат парламента, и наша фракция играет очень ведущую роль в парламенте. Редко когда без нашего согласия может быть принято какое-то решение в парламенте. Поэтому у меня нет таких. А что имеет от государства бывший президент по закону? Пенсия. Высокая пенсия? Нет. Невысокая пенсия. Пенсия, если перевести ее на доллары, то это $400-450. А автомобиль, может быть, резиденция? Нет, охрана. Охрана. И неприкосновенность? Да, неприкосновенность. Да, и все. Резиденция, никаких, ничего больше. Квартира на 5-м этаже, как я жил 25 лет назад, так и ничего не изменилось. И будучи президентом, я не поменял ничего.